О том, чем я занимаюсь. И вот мне позвонил мой давнишний знакомый, владелец автомойки Юрий Петрович. И так как у меня две машины, я у него клиент, рассказал, что они получили новые виды обработки кузова, салона, даже шин. И предложил мне приехать, сделать тест, чтобы потом высказать свое мнение. Я на следующий день к нему уже доставил одну машину, потом вторую машину. Пошла обработка, сначала, значит, ее помыли. Хотел я даже и мотор помыть, но потом подумал, ладно, он еще более-менее чистый. И вот мне, значит, сделали обработочку салона, обработочку кузова, в основном кузова. Я обработку кузова делаю каждый год. Что было сделано с машиной? Кузов был покрыт новым составом. На 3 месяца, сказали. Он там, это какое-то новое жидкое стекло, новая технология. Кондиционер кожи в салоне. Уход за кожей был сделан. Чернение колес, и чем-то их тоже покрыли резину, для того, чтобы грязь отскакивала. Также убрали в багажнике. Ну, естественно, помыли саму машину, убрали в салоне. Можно посмотреть, вот, что с этой кожей сделали. Так она поблескивает, чистенькая. Обработали стекла, естественно, этим составом. Вот. Ну вот. То есть машинку привели в порядок.
за рулем Лексуса. ЛС 570. Последняя состава — это жидкое стекло, марка там, значит, в видео будет указано. И вы знаете, мне понравилось. Я приехал по февральской слякоти. Дороги ужасные. Все течет. Дыры. Машину едут, грязь плюхается. И машина первая, я делал джип, оказалась на удивление чистой. О, смотрим. Я покрыл машину жидким стеклом для того, чтобы она отбрасывала всю грязь. Насколько мы видим, я проехал по весьма грязной дороге. И что-то, как раньше, не вижу такой особой грязи, которой машина сама себя забрызгивает. Первое впечатление. Работает эта ерунда, которую покрыли. Я думаю, ее можно и порекомендовать. То есть новые технологии все-таки делают свое дело. Для сравнения, вот машина не покрытая жидким стеклом нового поколения. Шины вообще не покрывались. Хотя тут высохнет, у меня такое будет, наверное. А вот что касается кузова, то все-таки разница есть. Так это еще приехали туда, когда грязи особо не было. Вот такая вот удивительная вещь. Не зря я ее сделал. Не зря. Обычно машина сама себя загрязняет. Вот едешь по дороге, то брызги из-под колес. Вот и появляется такая, как бы сказать, напыление по бокам машины. А здесь этого нету. И Юрий Петрович говорит, да все скатывается, особенно если скорость будет большая, все скатится. Ну ладно, здесь негде разогнаться. Вот, значит, белую машину я оставил, черную погнал. Сделали черный. Вот сейчас как раз я приехал с Ростова. Что отметить? Вот кресла так натертые, что ты на них как-то аж это катаешься. Скользкие стали. Такой приятный запах в салоне стоит. Это стекло. Японская фирма Wilson. Wilson, да. Была. Мойка двигателя — это Кох. Кох. Чернение колес. Чернение тоже японское. Японское, да, Wilson. Но она делается, значит, при температуре 200 градусов потока воздуха. О, 200. Так вы и 200 градусов делали мне. Да. А это специальная штучка там должна быть какая-то. Ну вот есть специальный фен, да? Для сушки, да. Угу. Там как обезжиривается колесо, резиновое не идет. Угу. Сушится она до сухого состояния. И потом наносится это средство. И 200-градусным потоком воздуха, значит, в течение 5 минут обрабатывается каждое колесо. То есть 20 минут
на 4 колеса уходит. Ну я посмотрел, там двигатель более-менее еще чистый, как он загрязнится. Да нет, я просто как бы рассказал о том, что мы можем сделать, и в принципе уже как бы мы это делали. Поэтому дальше это все, как говорится, хозяин-барин. Вот, и просто, хорошо. Я знаю, что эта машина тоже немало ездит, как бы, ну, по Каменску. Ездит. Вот. И вы просто сравните обычное очернение, допустим, это стоит игра свеч или нет. Если оно, допустим, с вашей точки зрения равнозначно, то зачем, как говорится, в рекламе платить больше, когда можно... Хорошо, хорошо. Работа двигателя. Вот. Ну и кузов. Кузов, конечно, вот я люблю, чтобы машина была чистой, ухоженной. И тогда как-то вот чувствую, что она и совсем по-другому едет. И вообще, вот как нечто такое, что имеет какую-то свою, можно сказать, какую-то свою душу. Вещь, каждая, я считаю, вещь, она имеет все-таки душу. Первое, это когда в нее вложили разработчики. Второе, когда ее уже сделали рабочие. И третье, когда уже с ней взаимодействует хозяин. Вот. И вот эта машина, особенно черная, ну, такой удивительный автомобиль. Надежный, неприхотливый. Ну, знаете, вот я проехал, великолепно едет, моторчик работает, джик-джик-джик-джик-джик-джик, все как надо. Ну, вот, вот этим вот наблюдением я с вами и решил поделиться, что хорошо бы ухаживать за машиной, в меру, конечно, своих финансовых возможностей. Следить за тем, чтобы все работало, и тогда машина будет радовать вас безупречной работой. Понравился канал? Звони в колокола! Ставь лайки!